Между терминалами там большая разница. Там, я не знаю, в плане. Да. Ага. Хорошо, спасибо. А вы из Аэрофлота? Показать можешь? Ан эксклюзивите. А там во вах. Потихонечку можно так. Да, можно, так. Погромче можно. On peut même faire. Ça fait peur, hein? А, je sais pas. Как называется? Люгер, немецкий. Люгер. 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 Это, наверное, создатель или кто там. Мамочка! Мы обрелись. Как дела? Хорошо. Ой, ну вообще кино это. Все смотрят. Успокойся, успокойся, успокойся. Привет. Нормально. Да. Нормально. Вот у меня такой брат. Regarde mon frère. Или Эленорм. Заходим, все радуемся. Пельмени. Привет. Да нежечка, дорогая моя. Ой. Соскучилась. Что ты так долго не? Ну все, приехала, приехала, приехала. Thank you.
Вот это я в школе. Это уже ты в школу пошла. Октябрёнок, ça s'appelait les enfants de la maternelle jusqu'à l'âge de 13-14 ans. Et après, ils devenaient pionniers. Non, mais je pense que ça me va, non? Он говорит, почему короткие волосы? А это что? Это вы в Киргизии? Это у нас в горах. В горах у нас. Весь оркестр наш. Ой, зрения нету никакого. А это? Это вот во Франции. Это вот вся ваша труппа? Да. Это Париж? Ну, в 90-м году. В 80-м году. А где ты, Аташка? Покажи вот пальцем. Вот он стоит. С Гогоем. Вот почему ты вышла замуж за француза? Вот почему я уехала в Саудовскую Аравию? Потому что у нас было добро, было благословение от родителей. У нас действительно в этом плане здорово. Так любит Францию, нужно сказать, вот папа наш. Он любит Францию, он влюбился в Париж. And you know, why they no divorce? I will tell you something. Why they, until now, they no divorce. Машалла, машалла. Because our father mostly outside. I remember my childhood. I don't see my father 3-4 months. It's good. They don't have a time for fight. They don't have a time for quarrel, you know. Итальянцев принимали в гости. Да, к нам итальянцы, да, приехали. Вон Луис. Да. Это Аквила, Италия. 88 год. 88. Покажи, где ты? А где ты здесь? Стоишь вон там. Вот он. Это ваш оркестр, да? Да. Вот это группа. Группа. И певица здесь, и оркестр национальный. Je me traîne, ton image me hante.